Здравствуйте. Сегодня я обсуждаем трех мальчиков, которые сегодня едут. Куда? А ну, Ян, скажи, куда мы сегодня едем? В Одессу! Вот! И поэтому... Поэтому мы взяли с собой кучу бухла. Сегодня напьемся в стельку. Кучу телок в багажнике, блядь. Нет, телок мы с телок с ним по дороге. Мы сейчас по дороге, мы как раз на окружной сейчас будем. На окружной там будет много. Так что свяжемся с вами чуть позже. Вы уже увидите телок, бухло и как мы их делаем. Это на почту отправлено. Так, детка, а ну и сюда. Улыбаемся. Вот это хуйня, блядь. А типа прикол, который понял экипаж. Об голову так. Сразу камеру. Камера. Всем привет. Мы на море. Это на Кентибест. Эта штучка, это море. Киевское. Море, Киевское, да. Море. Пиздрючили 500 километров по кругу, блядь. Как дебилы, блядь. Выжгород недалеко. 15 километров, блядь. Да. Бачиш, что вот он там баржа, це Микола їде. Да. От у ту бара. Давил! Одесса. Не помню, какое число, но вообще ничего не знаю. Здравствуйте! Сегодня 27 мая, и мы в Одессе плаваем. Да, это я! Как же охуенно, блин. Да вообще, блин. Вот так горячая тупо. Рома суку. Класс. Супер. Да, а это я. А вот мои пяточки. Деревянные пятки года, блядь. Итак, меня зовут Иван. Блядь, мы приехали в Одессу. Он уже в кондиции. Да. Извини, дышу. Короче, приехали. Итак, ну, день классно сегодня пришел. Мы взяли вот этот чудо-напиток. И решим навалиться. Лично мои планы на сегодня. Нажраться. Вот там есть пидорасы, которые портят мне, блин, с детства всю мою жизнь. Это Ланос, Шкода. Детская. И еще какой-то Жигуль вонючий. Короче, блин. Жигуля мы пиздим, блин, люстру. То есть мигалки, блин. Даже две пары, я на один раз. Шкоду басым. Жестко со всех сторон, пока не проживет. Это мог недолго ссать. Резиновые подруги, а да? Третью просто басым. Твоя? Поломалась, тянет, какая херня. Смотри, блядь, подрывится. Жаба в воду. Давай.